Всем привет! С вами топ-5 новостей этой недели. Металлика исполнила песню на русском языке группа «Крови». В какой-то момент музыканты сообщили, что они приготовили сюрприз. На шоу собралось около 80 тысяч зрителей. Басист Роб Трухильо исполнил культовую песню ленинградской рок-группы «Кино». Публика отреагировала с неожиданным восторгом. В конце выступления на экране показали портрет Виктора Цоя. Итальянский художник Мануэль де Рита превращает здания в удивительные оптические иллюзии, которые завораживают людей по всему миру. Итальянский мастер превращает обычные серые здания в удивительные шедевры. Рисунки на зданиях могут изменяться, растворяться и трансформироваться, так как оптическая иллюзия зависит от угла обзора. Леонардо Ди Каприо впервые станет отцом. 44-летний актер ждет ребенка от известной фотомодели Камилы. Журналисты уже давно подозревали девушку в интересном положении, так как в последнее время она отдавала предпочтение свободным нарядам. Новый клип Егора Крида возглавил тренды YouTube. Российский исполнитель попал на первую строчку в YouTube со своим новым клипом «Сердцеедка». В комментариях к этому видео Крид заявил, что эта песня станет хитом летом. В клипе Крид доказал, что обладает очень хорошей самоиронией. В Гродно появились камеры, которые фиксируют проезд транспорта на красный свет. Необычные камеры установили на столбах на перекрестках улиц Кобяка и Индурское шоссе. В ГАИ Гродно сообщили, что камеры пока будут работать в тестовом режиме. Они будут не только фиксировать проезд транспорта на красный свет, но и непрерывно записывать все, что происходит перед ними. А с вами были топ-5 новостей этой недели. До встречи! Пока! What?